июля. РИА Новости. Отменять черные списки парламентариев должны РФ и США, если Вашингтон заинтересован в сотрудничестве, считает координатор депутатской группы ИГД по связям с Конгрессом США Инга Имашева. От американских коллег поступило предложение продолжить диалог и провести следующую встречу уже на территории США. Мы, конечно же, приветствуем такое предложение, потому что выступаем за равноправный и взаимоуважительный диалог в целях гармонизации российско-американских отношений и укрепления международной безопасности. При этом ряд депутатов ГД находятся в санкционных списках и не могут въезжать на территорию США. Считаю, что если наши американские коллеги действительно заинтересованы в продолжении сотрудничества на парламентском уровне, необходимо рассмотреть вопрос о снятии санкций с парламентариев на взаимной основе, сказала Имашева РИА Новости. Политик также отметила, что беседа с американскими коллегами во вторник прошла в конструктивном ключе. Мы обсудили вопросы двусторонних отношений, региональных конфликтов и глобальной безопасности. В частности, с нашей стороны была отмечена приверженность Минским соглашениям для разрешения ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств и необходимость борьбы с терроризмом в Сирии, добавила она. Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник делегацию принял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также состоялась встреча с российскими парламентариями. В Госдуме с американскими законодателями также встретились председатель палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, курирующий межпарламентские связи РФ и США, спецпредставитель ГД в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов, координатор группы по связям с Конгрессом США Инга Имашева, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов,